решение принять участие в проекте «Закон тайги» пришло неожиданно и очень быстро. Ну, здорово, командир! С удовольствием я прямо с разбегу и в леса Ленинградской области. И, честно говоря, и не пожалел. Мне нравится. Как я понял своего героя, он, конечно же, человек абсолютно четкой внутренней морали, уже сформировавшегося кодекса, человек, который не изменяет себе. И самое главное, что мне хотелось бы показать и передать зрителю, то, что это человек, который давным-давно для себя понял одну простую вещь, что обстоятельства вокруг должны восприниматься через радость. Что бы ни происходило, но внутренняя собранность и подушка радости, так называемая, она всегда помогает. Она дает тот самый оптимизм, который помогает выйти из самых сложных ситуаций. Поэтому его основные слоганы — это «А мне нравится, а меня все устраивает». Ну, значит, так. Значит, сейчас так. Весело у вас здесь? Так, название соответствующее — «Веселуха». Он все воспринимает как должное. По мере поступления тех проблем, которые на него сваливаются с разных сторон. Поможешь? Он все это решает с интересом. Он сдержан, он собран, но внутри ему все нравится. Вот поэтому мне и нужен именно ты, Коля. Как-то специально я не готовился, но целая череда проектов, в которых я участвовал до прихода в «Закон тайги», они меня подготовили. Прямо в стык до «Закона тайги» была картина про казаков. Но там были еще и лошади, там были шашки, те же самые карабины. Много бега, много рывков, поэтому, в принципе, сюда я пришел уже достаточно подготовленным. Если говорить о трюках, о дублерах, о тех, кто помогает, то в процентном соотношении дублеры делают, ну, процентов 5, наверное, из того, что делаю я. Просто потому, что, наверное, адаптировался. Первый сезон в этом смысле для меня был очень тяжелый, потому что как-то сразу с корабля на бал и сразу в трюки. Ну, за пределами съемочной площадки я хожу. Я много хожу по Москве, я плаваю. Изредка, к сожалению, в последнее время уже не часто я играю в хоккей, я захожу в зал. И, вы знаете, я много приседаю. Это необыкновенно помогает мыслительному процессу. Качайте ноги. И разминайте шею, кстати. Я не смотрю своих фильмов. Чаще всего я расстраиваюсь, когда я смотрю свои кино на звучании, допустим. Особое свойство мое придумывать, как лучше можно было бы это сделать. Не только мое, наверное. Как лучше можно было бы это... Почему я так сказал? Ну, есть же вот простая интонация, вот легкая. Почему это сделано? И все, и одно за другим, и поэтому нет, я не люблю смотреть. У нас не бывает на этой картине никаких неинтересных событий, костюмов, локаций. Не бывает, потому что все то, что происходит, происходит под жесточайшим напряжением. Потому что у нас очень серьезный ритм. Поэтому все, что воспринимается, воспринимается очень обнаженно. Поэтому лес с его локациями, с оврагами, с какими-то пнями, с какими-то поваленными деревьями, кустами, через которые приходится продираться, перекатываться, прятаться, стрелять, которые чередуются с драматическими сценами в какой-то локации, в какой-то избушке лесника. Это все очень возбуждает. Ну, творчески возбуждает. То есть это из серии, опять же, тех превозмоганий, через которые проходит мой герой. Это очень тяжело. Но мой герой считает, что его все устраивает. Мой герой считает, что ему все нравится. Он считает, что, ну, значит, так. Поэтому я просто наслаждаюсь всем, что происходит на этой площадке, потому что для меня это все в нове. Это все необычно, несмотря на мои там 20 с лишним лет в кино. Включаем подушку радости героя и говорим, да меня все устраивает. Дорогие телезрители, совсем скоро вам предоставится прекрасная возможность порадоваться приключениям главного героя сериала «Закон тайги» на 5-м.
Мы все очень надеемся, что это будет незабываемо. Это будет хорошо. Закон тайги. Только на 5-м.